Дамы и господа, всем привет. Сейчас я нахожусь в лагере очень далеко от Санкт-Петербурга. Его закрыли примерно в 2006 году. Вот первое попавшееся здание. Я сейчас заглянул. И тут была котельная. Сейчас мы его полностью осмотрим. Сохран тут такой незначительный, процентов 20 от всего, что было. Уже успели стены исписать. Тоже все в сохранности. Видно, что вроде как хотели ремонт делать, но не получилось. Написали даже 2018 на стене, лето 2018, но тут летом 18-го не пахнет. Вот пожарный щит, уже все отсутствует. Носилки вот сохранились. Возможно, тут какой-то лазарет был, очень похоже на это. Типа тут в ожидании, а тут медкабинет или что. Лазарет очень смахивает. Палата-бокс. Да, пустовато. Тут здание летом-то находиться опасно. Тут осы живут. Вот еще одно здание. Ну, это точно должна быть котельная. Видно, что выбиты стекла, какие-то деревяги поставлены. Сейчас зайдем, да внутри глянем. Ну вот мое здание. Опять это не котельная, это баня. И в сам цех, где котлы стоят. Зырканем. Котлы офигенские просто. Смотрим. Да, маленькое здание, конечно. Вот так я зашел. Это уже все рушится само.
О, такой вот бассейн. Нехило тут раньше было. Ничего особенного. Вот, и отсюда проникали, судя по следам, вот через это окно. Сейчас его закрыли. Тут и заделывать нету смысла. Ну, офигенский бассейн, офигенский. Вот, видимо, я попал в здание какой-то столовой. Вот там холодильные камеры. Все для приготовления еды. Вот. Посудомойки. Вот, пожалуйста. Мясной цех там и так далее. Разные цеха. Вот как уже все подгнило-то. Печи. Посуда осталась. Всякие котелки. Нормально. Ложки такие алюминиевые. Граненые стаканы. Вот, вернемся в старое доброе место, где когда-то народ кушал. Сейчас это все выглядит именно вот так вот. Люстры остались. Умывалочки. Такой мини-гардероб. Вот, занял позицию во всяких переделках. Там уже пусто. С той стороны тут закрыто, но там тоже пусто. Окна были разбиты, я увидел. Вот. Тут такой странный домик есть. По всей видимости, он запитан электричеством. По краю крыши идут сосульки. Наверняка там есть человек. Значит, здание отапливается. В других зданиях этого незаметно. Дамы и господа, всем снова привет. Мы переместились в летнюю погоду. Вот видно, все зелено. И продолжаем ходить по лагерю «Зеленый бор». Лагерь сдают, поэтому можно свободно шляться. Вот такой халатик, такой доисторический. Красиво так выглядит. Идем далее. Вот склад пионерских кроватей. Все подперто палочками, видите, потолок рушится уже. Вот такой телевизор, тоже такой исторический. Вот такая комната.
всех остальных домах, к сожалению, живут люди, арендуют, чтобы отдохнуть, чтобы собрать грибы. Поэтому мы не будем им мешать и закончим наше передвижение. Всем спасибо, всем пока.